Можно ли, начиная уже с 1 июня, в Подмосковье разводить шашлык на природе? Этим вопросом задаются многие. На самом деле можно. Например, мы приехали к нам на дачу, и почему бы на дачном участке это не сделать? А вот в парковой зоне это, конечно, рискованно, или в лесопарковой, или в лесу, потому что могут прийти там сотрудники, полиция, МЧС, лесоохраны, Росгвардия, и вас оштрафовать. Ну, точнее, выписать постановление и отправить вас в суд. Вот, так что так вот как-то. Если у вас не будет маски, то еще за отсутствие маски